молодый и стар, подберу любой товар, подходящий по цене, ты спасибо скажешь мне. Будь ты князь или купец, холостой или вдовец, будь тебе хоть больше ста, всех женю, пожалуйста. Грех одному быть, грех холостым быть, без подруги, без супруги, грех на земле жить. Здравствуй, князь! Здравствуй, ваше сиятельство! Рада видеть тебя и сестру твою в здравии, а дом ваш в благополучии. Будь здорова, Ханума. Спасибо, дорогая, о здоровье моем печется. Князь, мне сегодня такой сон приснился, будто бы везут тебя по Аблабару на черном катафалке. Кони черные. Попона черная, и только на ногах у тебя белые гамаши. Как думаешь, князь, к чему бы это? Чему? Он не знает. К женитьбе, дорогой, к женитьбе. Ой, присаживайся. Некогда мне сидеть, сбаку ноги кормят. Сегодня с твоей красавицей Гулико по магазинам бегали. За покупками к свадьбе. Туфельки у Адамяна, фату у Катрянца. Ты не забыл? Смотри, на сегодня Гулико тебя к ужину ждет. Не могу я сегодня. Что? У меня голова болит. Это ничего. На приданное взглянешь, сразу все пройдет. И колечки есть, и овечки есть, и скакуны. И невеста не очень-то стара, 40 лет. Как? Ты сказала 30. Вот там, где 30, там и 40. Мы на базаре, чтобы за какую-то мелочи торговаться. Сейчас мы с тобой на документ взглянем, все посмотрим, все подпишем. А на бумаге все написать можно. Я что, не знаю? У тебя ковры мою съедены, скакуны все паршивые, бриллианты фальшивые. Тот-то я видела у вашего дома эту чертовку Кабато. Это она тебя научила, это ее слова. Не буду я на твоей невесте жениться. Ты что, на весь народ меня опозорить хочешь? Мою Гулико срамить? Бедная девочка, это у тебя 50 лет ждала. Да! Меня и такую на коленях просить будешь. А эти мерзавки Кабато я все волосы повытергиваю. И тебе за то! Твое счастье, что мне некогда! Да как ты смеешь? Он князь! Да я чихала на таких князей. А че? Шумы вечно.
хозяйка! Почем у тебя индейка? Ах, индейку захотел? Хотел. Ты вначале за курицу рассчитайся. За какую такую курицу? За ту неделю долг брал? Ну, брал. Это кто не курица была, а воробушек. Ах, пока твой голоштанный князь долг вернет, этот воробушек вот таким бараном станет. Вот видишь, что я говорю? Что? Ничего не дадут, говорю. Не дадут, не дадут. Мы сейчас посмотрим. Эко, пойди-ка сюда. А я что-то забыла. За кого ваша Сона замуж выходит, а? За кого? Тихо! За князя. Князя? Ребята. Вано! Пантиашвили! Тот, кто любит, тот богат.
Бабушка Ануша, вы бы пошли к себе, а то у вас голова заболит. Я к выражениям привыкла. Когда Никитич с приказчиками рассчитывается, такая он декларманция бывает. Начинайте. Как пожелаете. Мы с вами, Сона, прочитаем драматический диалог в лицах. Я буду читать за молодого графа, вы за его кузин. Графиня! Я вчера в саду Блонском бродил средь статуй мраморных, холодных. И вдруг набрел на тихую беседку, обвитую плющом и виноградом. А ты что хочешь мне сказать? Бабушка по-французски. Можно? Можно. И там случайно... Собака вчера приходила, меня хотят выдать замуж. А видите, сонеты! Это там написано? Да, бабушка. Ну, продолжайте. В старой маленькой беседке одна лишь мысль меня терзала. А что со мной будет? Отец никогда не позволит мне выйти замуж за бедного учителя. О, подожди, подожди. Он кто? Граф или учитель? Если он граф, то почему он бедный, а если он учитель, то почему он граф? Я не знаю. Что такое? Сказал граф по-французски. Дай сюда! Что? Мне нравится мне эта деформация. Стоять! Танцует вся Европа. Фигура первая. Дама кладет кавалеру руку на плечо, а кавалер нежно обнимает даму за талию. Отпусти ее! Отпусти ее! Ты что делаешь, бесстыдник? Ты эта фигура на моей фигуре показывает. Бабушка! Микич сказал, ни одного мужчины к тебе близко не подпускать. Я не мужчина! Я учитель! Он учитель. Учитель, учитель. Выйдешь замуж, любые фигуры выделывай. Иди сюда учись. Или меня за талию. Бабушка Ануш, у вас нет талии, талии у вас нет. Держись за то, что есть. Бонжур, месье, бонжур. Вот князь! Пардон! Садитесь, господа! Да, мы знакомы с окопом! Наш приказчик и верный друг семьи! Окоп! А ты чего такой грустный? Не хочешь, чтобы я замуж выходила? На руках у него росла, на глазах у него цвела. Ты же хочешь счастья своей, Соне? Хочу. Тогда подведи меня поближе к князю. Хочу рассмотреть его получше. Ой. Кто с вами, князь? Как, князь? Ты же говорил, вы увидите невесту, упадет. Что с вами, князь? Жарко сегодня. Да, такой жары не было.
1700 года. Какого года? 1713. Князь! А в Египте роман. Он у нас ясно любит. Акоп, позови учителя. Учитель! Куда, мальчик мой, ты что здесь делаешь? Ваша невеста, дядя, моя ученица. Я вложил в нее всю душу, учил ее музыке, хорошим манерам. Ты что, не узнал меня? Стоит девушке сменить прическу, как это становится неузнаваемой. Учитель, играй романс. Какой? Любой. Пожалуйста!
Thank you.